Ну что, прошло еще несколько дней, и снова возвращаемся к моей реанимашке Орхидеи. Посмотрим, что за это время с ней произошло. Ну, вы, наверное, сами видите, вот здесь вот в точке роста появился зачаток листочка. Это значит, что пациент больше жив, чем мертв. Стал больше воздушный корешок, второй подрос, и вот здесь между ними еще один появился. И набухает еще, вот, еще два под вот этой пленочкой, я пока не стираю. Листочки все три желтых отвалились. Данный лист, который был плотненький, да, который зеленым единственный остался, он чувствует себя хорошо, плотный, блестящий, напитанный водой. Поэтому я продолжаю наблюдать. У меня, напомню, на реанимации орхидеи, которая была без корней уже совсем, да, вот здесь вот все равно продолжается гниение вот этого воздушного корешочка. Не останавливается этот процесс. Видимо, нужно будет просто отрезать. Ну, я это и хочу сделать, просто немножечко попозже. Пусть он хоть как-то пока что питает. Лежит у меня эта орхидея в тепличке. Там вода. На стекло, вода, и накрыта она пакетиком. Поэтому оставляю, верю в то, что все у нее получится, и оставляю ее еще на недельку. Потом посмотрим, какие у нее будут результаты дальше.